Как сохранить молодость? Продукты, позволяющие сохранить молодость. Для того, чтобы сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы, необходимо придерживаться совершенно несложных правил питания. Добейтесь того, чтобы ваше питание содержало минимум вредных жиров и быстрых сахаров. Лучше, если в нем будет присутствовать много полезных и необходимых организму веществ. Вот некоторые продукты, которые помогут сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы. Огурец. В огурцах содержится кальций и ферменты, которые помогают хорошо усваиваться животным белкам. Очень полезно мясные блюда сочетать с салатом из огурцов. Капуста. Красная, зеленая, цветная, брокколи полезны в любых видах. Капуста благотворно влияет на иммунитет и общее самочувствие, так как содержит в своем составе фолиевую кислоту, каротин и клетчатку. А также это незаменимый овощ для тех, кто желает освободиться от лишнего веса. Фасоль. Количество белка в фасоли гораздо больше, чем в курятине, баранине и твороге. Ее можно сравнить по белку с зернистой икрой и сыром. 5 ложек вареной белой фасоли обогатят любой рацион. В этой порции содержится суточная норма калия, которая необходима для поддержания работы вашего сердца. Если вы регулярно употребляете бобовую, то вы оказываете неоценимую услугу своему организму, помогая ему продлить молодость, красоту и здоровье. Продолжение смотрите в следующем ролике. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.